Создание частных музеев – обычная практика столичных городов. В Иванове до этой недели была всего одна частная коллекция – музей советского автопрома. Сейчас появилась вторая – визариум. Для зрителей доступны рукотворные экспонаты, выполненные спицами из пряжи. У нас есть экспозиция «Подводный мир», у нас есть экспозиция «Гигантские сладости», у нас есть экспозиция «Краеведение города Иваново» в миниатюре вязаная. И у нас есть еще разные зоны, фотозоны, в которых можно пофотографироваться. Музей интерактивный, а коллекция должна постоянно пополняться, поэтому владельцы приглашают мастериц города приносить и свои творения. Идея создать в Иванове такой музей появилась еще несколько лет назад во время подготовки фестиваля вязания. Но не было подходящего помещения и должного отклика от властей или меценатов. Сейчас идею удалось воплотить в жизнь. У нас большой город, и в нем должна быть жизнь, и жизнь должна быть разнообразна и интересна. И как раз частные небольшие музеи, они могут более оперативно реагировать на запрос общества. И как раз вязание, я думаю, что прекрасно укладывается в эту концепцию. Музей вязания работает ежедневно до 20:00 по предварительной записи. Поскольку это частная коллекция, вход платный, но для пенсионеров, студентов и групп действуют скидки. Обещают здесь проводить мастер-классы и уроки рукоделия. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.